Всем борщ! Если вы смотрите это видео, значит вы, как и я, столкнулись с проблемами в работе своей мышки. В моем случае была проблема с нажатием колесика. Я покажу, как устранить проблемы, связанные со всеми переключателями. Для начала выключаем нашу мышку. Нам необходимо добраться в места расположения винтиков. Первым делом открываем верхнюю крышку и вытаскиваем батарейку. С помощью канцелярского ножа или острого предмета снимаем нижнюю ножку мышки, по ней находится первый винтик. Для откручивания винтиков используем маленькую шестигранную биту. Остальные винтики находятся под центральной наклейкой с информацией, их там три. После выкручивания всех четырех винтиков отделяем верхнюю часть мышки от нижней. Для устранения проблемы нам понадобится смазка ВД-40, либо ее аналоги. Пшикаем на каждый переключатель небольшое количество смазки. А также вместо крепления вала колесика. Лишние остатки можно убрать, протерев ушной палочкой. Далее соединяем верх и низ мышки и закручиваем на место винтики. Приклеиваем на место нижнюю ножку и центральную наклейку. И все, ваша мышь вновь готова к работе. Спасибо за просмотр, буду рад вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь на канал, здесь вас ждет много интересного.